Твое слово. Ну что я могу добавить от себя? Миша. Я уже достаточно много об этом написал, рассказывал на всех каналах. Все это уже давно известно. Повторяться не хочется. Могу только добавить. Талант Аркадия был написан у него на лице. Достаточно было взглянуть на него один раз, и видно было, что это человек непростой, что у этого человека есть что-то за душой. Когда он появился у меня, это был всего лишь студент, по-моему, второго курса. Он немножко изображал из себя фарцовщика, щеголял жаргоном фарцовочным. Когда увидел, что мне это, в общем, не интересно и не надо, он даже это прекратил. Нормальный парень был, душевный, порядочный. И самое главное, талантливый, когда он взял в руки гитару первый раз. Это настолько впечатляло. Я искал такого исполнителя много лет. Через мои руки прошло много людей, которые пели, и неплохо пели, и знали массу песен, и все. Но такого уровня человека мне не попадалось. И когда, наконец, он попался в мои, так сказать, сети, будем так говорить, потому что я, бывало, и по пляжам ходил, искал таких исполнителей, и в Одессу ездил специально записывать песни, искал. Ну вот, были, конечно, одаренные люди, но это был полностью ярко выраженный самородок, который, в общем-то, щеголял тем, даже не песнями, а тем, что он очень хорошо рассказывал еврейские анекдоты. Вот. Правда, на тему евреин или цыган у нас даже никогда не возникало вопроса такого. Просто, когда он говорил еврейский анекдот, это был прирожденный, так сказать, можно сказать, одесский номер. И все это было очень смешно и интересно. Поэтому мне в голову пришла мысль, что раз он так хорошо от природы поставленным голосом рассказывает анекдоты еврейские, наверное, он будет хорошо петь еврейские песни. Ну, в связи с этим, когда мы исчерпали весь запас тех песен, которых он знал, ну, это где-то песен 20-30 было, я тогда, значит, начал уже поневоле сочинять для него песни. Вот. Ну, это, конечно, было попытки реанимировать Бабелевскую Одессу и еще что-то в этом роде. Одна из первых песен, которую я для него написал, «Одесса, мама, Ростов, папа шлет привет». Вот, он ее спел, все было замечательно, потом родился я в Одессе и помру, и так далее. Таким образом, родилось где-то порядка 20 с лишним песен, которые одесситы сейчас уже считают за свои. Таких. Перечислять мы их не будем. Вот. Но один раз я чуть не слопотал по морде, в Нью-Йорке, правда. Значит, когда в одесском клубе я спел вот эту «Одесса, мама, Ростов, папа шлет привет» под гитару, и сказали там, что вот это автор этой песни, ко мне подошел такой очень крепкого, небольшого роста, но крепкого телосложения. Он меня стащил с эстрады. И говорит, ну-ка пойдем, выйдем. Ну, хорошо, что я был не один, там, с друзьями, тоже одесситами. Ну, вышли, конечно. Он начал эту песню, мой отец пел, когда меня еще не было, вообще на свете. Как ты можешь заявлять, что ты автор этой песни? Да я тебе сейчас морду разобью. В общем, короче говоря, его с трудом это меня тащили. Ну, вот случай. Кстати, я очень горжусь этим случаем, потому что самая большая награда для поэта — это когда его произведения считаются народными. Поэтому я сам себя зауважал. Ну так, у меня несколько было таких случаев подобных. Вот, когда я приезжал в Одессу, и, кстати... А тебя на Геляку хотели поднять. Значит, Костя Беляев всегда, значит, пел мою песню там в Одессе. Нет, покинул-таки я в Одессу и вернулся-таки я в Одессу. Там было написано две песни на эту тему. Одна называлась «Покинул такой я Одессу». Началась все с этого, с этой песни. Но она Аркадию не очень понравилась.
Вот. Он остановился на второй части этого произведения, когда вернулся таки в Одессу. Так вот, Костя Беляев очень с большим успехом пел, значит, вернулся таки в Одессу, в Одессе. И всегда у меня есть даже его автограф, где написано, что автору песни вернулся таки в Одессу. Вот. Ну, что я еще могу сказать? Я, может быть, прочту пару стихотворений. Значит, на эту тему. Одно написано к дню рождения. Дай мне, пожалуйста, сумочку мою вытрясь, а? Сумочку, вот там сумка. Чтобы мне не выходить из кадра. Сумку. Вот это? А, да, у меня там тетрадка. Значит, в Нью-Йорке я думал это прочитать, когда у него было день рождения. Ну, поскольку сегодня день ухода его, значит, я прочту это стихотворение. Называется... День рождения гений. Но он не хрустальный. Ну, если бы это хрустальный, ерунда. Можно было бы оставить. Можно было оставить. Да. Ну вот, значит, сейчас я найду это стихотворение. Надо было заложить, но я, конечно, этого не сделал. Я не люблю закладывать. Поэтому и здесь не заложил. День рождения гения. Написано, кстати, 3 декабря 2016 года. Уже после Нового года. Значит, день рождения гения. Короля песнопения. Нам Аркадий Звездина не хватает подчас. День рождения гения, и другого нет мнения, что такие, как Северный, не родятся сейчас. Это точно. Вот. Ну, еще одно, прежде чем закончить свое выступление, оно несколько спорного характера. Я рассказывал уже, и Коля согласился, что оно спорное, и даже потребовал, чтобы я другое сделал окончание. Это тоже спорное, да, потому спорно. Что ну, мы как сейчас, раз, может быть, в этот момент у нас тут есть родился очередной поэт. Гений. Мы сейчас выступим, попросим его выступить, он скажет мнение. Значит, я рассказал историю, когда группа зеленых партий позвонила ко мне по телефону и предложила проспект Северный переименовать в проспект Аркадия Северного. Ну, в связи с этим мы, конечно, я подумал, что не стоит нам в политику-то лезть, мы аполитичные люди. Вот, поэтому я просто ограничился стихотворением. Может быть, мы когда-нибудь и придем к этой акции. Они предложили сделать акцию целую там с транспарантами, там, что мы требуем, 5-10. Но мы ничего не требуем, мы создаем песни. Мы тихо значит, просим. Я прочту вариант, который Коле не понравился. А потом... Коля, извини. Я не хочу. Ну, у нас поэт. Имени Аркадия. Северный проспект. Вот спрошу у Нади, знает ли или нет, можно ли у Есенина автограф попросить, что вот поколение колени преклонить. Перекресток встречи их в Питере нас ждет. И никто нам, кроме них, больше не споет. Как выткался над озером алый свет зари, не скрести бульдозером их следы с земли. А по требованию Коли я уже написал другой вариант. Имени Аркадия, Северный проспект. На какой же стадии этот наш проект? Кто еще не ведает планов громадья, тот пусть идет обедает, а докладчик я. Доложу я обществу, что и планов нет. И такому новшеству будет красный свет. Приведем акцию на углу его. Ну, получим сатисфакцию. И больше ничего. Так что вот. Браво! Я хочу прокомментировать таким образом. Я был у театральных артистов в их мастерской. У них было там такое правило. Кто назовет незаслуженно друг друга гением, должен бросить обязательно 100 рублей в эту копилку. Это потом, конечно, понятно, шло на выкупку. Но все-таки люди стали с этим словом обращаться аккуратнее. Прошу.